Москву этой ночью атаковали 3 беспилотника. По словам Министерства обороны Российской Федерации, 2 из них силы ПВО якобы сбили в Московской области, а третий попал в здание комплекса «Москва-Сити». Российские телеграм-каналы публикуют видео попадания беспилотников в здание. На них видна яркая вспышка после взрыва. По словам мэра Собянина, БПЛА попал в строящийся в Сити объект. На место взрыва выехали оперативные службы, предварительно пострадавших нет. Сообщается, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей. Также в подмосковных Химках, на месте, где зафиксировано падение обломков беспилотника, сильно повреждено здание. Напомню, что за последний месяц это уже 4-я атака беспилотников на Москва-Сити.